Я продолжаю играть в модификацию под названием «Выживший побег из зоны». Если ты не смотрел предыдущую серию, то держи плейлист и обязательно ее посмотри, чтобы лучше понимать суть происходящего. Все ссылки, в том числе и ссылка на скачивание данного мода, есть в описании. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал, ведь большинство смотрят мои ролики без подписки, и это очень плохо. Блин, как вы вообще смеете? У вас вообще совесть-то есть? Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Я начинаю. Итак, друзья, я в игре, и давайте-ка посмотрим на наш КПК и посмотрим, сколько заданий нам еще придется сейчас выполнять. Разыскать собственный дом. Но вообще мне подсказали то, что ключик находится у комнаты, где я химичил, где-то под столом или где-то здесь. Вот здесь, да, я химичил. Так, лаборатория. Ой, еще ящик тут не обыскал, прикинь. Ой, собака, давай ты не будешь за мной ходить, ладно? Сказали, где-то под столом вроде, но я что-то тут пока ничего особо такого и не вижу. Может быть, его ведро взял. Блин, тут походу очень много вещей, которые я еще не взял, и которые мне только предстоит взять. Но зачем они мне особо нужны, я тоже без понятия. Самогонный аппарат, необходима вода, брага, газ. Окей, я думаю, что... А, вот, зырь, какой-то ящик и какая-то записка. Часть дневника. Этот пожелтевший листочек, часть какого-то дневника. Нифига себе, реально тут что-то есть. Ну-ка, давай-ка глянем, что за дневник такой. Хозяин дома. Мы приехали сюда с женой в начале осени. Я твердо решил отыскать этот артефакт, и я найду его. А пока что надо обустроить себе жилище. Старый дом в окрестностях Грачей. Кому он принадлежал? Судя по обстановке, здесь жил деревенский плотник или столяр. Но почему отдельно от людей? Мутный, видимо, он был тип. Впрочем, здесь мы нашли почти все необходимое для выживания. А если чего-то не хватит, позаимствуем мародеров. Завтра я планирую обследовать одно из мест вероятного нахождения артефакта. Жиган уверял, что постреленный мародер долго возился в одном из подвальчиков. Я проверю эту информацию. А, все что ли? Погоди. Найти секретное место. И мне даже очень стало интересно, что за место такое секретное. Так, ладно, собака улыбака, давай-ка мы с тобой сейчас ходим до места близлежащего. Думаю, что под вечер можно сходить вот сюда и поискать здесь какой-нибудь артефакт. А потом мы с тобой поспим. Мне, кстати, еще говорили колбасу для нее хранить. У меня колбасы как бы нету. А что, она только колбасу, что ли, ест? Если да, то это не очень хорошо. А, я побежал, кстати, в сторону деревни. Ну, в принципе, давай сходим и туда. Тут у нас имеется крайне много заданий. И заодно мы разузнаем об этой деревне побольше. Ну, слушай, надо, мне кажется, быть тут крайне аккуратным. И давайте-ка пройдемся по заданиям, которые у нас тут имеются. Пагубное воздействие. Найти убежище ученого. После уникального аномалия гриппа я нашел останки и записку ученого-одиночки, который занимался исследованием в этом месте. Не помешало бы выяснить причину его гибели, а также характер исследований. Так, это что такое? Ключ от погреба я не нашел. Тут настолько много квестов, что я даже нажать не могу вот на эту вот точку. Ключ от погреба я не нашел. Вместо этого мне попалась часть дневника бывшего хозяина дома, в котором была наводка на некоторое секретное место в деревне Грачи. Блин, надо как-то спуститься. Блин, песик, давай-ка мы с тобой аккуратненько тут пройдем как-нибудь. Здесь получится это сделать? Ну-ка давай, аккуратно. Ну, ты это самое подумай. Вот собака оказалась умнее меня. То есть вот здесь у нас имеется химера чего? Ладно, давай попробуем тогда это место как-нибудь обойти и пройти вот здесь. Собачья смерть, таскать черную дыру. А это что такое? Уничтожить мутантов. А, видимо, химера это и есть тот мутант, которого необходимо уничтожить. Но почему, блин, блинский, так быстро ты на меня напал? И где же ты была все это время? Я без понятия. Так, давай-ка возьмем ствол. Ты не пугай меня так, а? Так, и видишь ли ты тут химеру? Я вот вопрос, где он мне такой имеется. Блин, деревенька, кстати, очень даже крутая. Оформлена очень даже здорово, но вот химера, она тут есть, а мы ее не видим. Ну ладно. Так, что это за место такое? Ну давай попробуем тогда исследовать сначала вот эту вот территорию, посмотрим, что... Ой... Слышь, твои друзья тут походу пришли. Так, а ты где есть вообще? Собака, собака, ты как относишься к тому... Это моя собака? Да, это моя собака. Тихо, ты не отвлекай. Так, короче, давай-ка сиди-ка здесь. Личному составу отдыхать. Да, я пока пойду разберусь с мутантами, потому что... Хотя, подожди, давай-ка даже сохранюсь, потому что может быть, всякое может быть, она нам будет помогать. Но просто не я спать, боюсь... осмотреться. То, что я сейчас могу ее как-нибудь перепутать с кем-то. Но пойдем со мной. Будешь меня в случае чего защищать. Так, тут у нас пустовато. Тихо-тихо-тихо. Блин, собаки рычат, прям лают. Ой, какие злые тут собаки-то, ё-моё. Здесь пока пусто, и здесь тоже пустовато. А где же сами собаки-то, ё-моё? Они, видимо, на той стороне. Да, у нас. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вон они бегут, устранцы. А, нет, это фантомы, кстати. Так, давай-ка за мной, за мной, за мной, за мной. Так, а ты сможешь как-нибудь пройти? Можешь. А сюда сможешь пройти? И сюда можешь, умница. Давай, 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 давай. Нифига, она даже наклонилась. То есть она настолько все грамотно умно делает. Так, а тут. А, заперто, нужен ключ. Ну, я не удивлен ни разу. Ничего не бывает слишком просто. Так, ну может быть, конечно, ключ у нас находится где-то рядышком, но нет, видимо. Хорошо. Так, идем дальше. Мутантов уничтожить. А мутантов тут их очень много. И каких конкретно мутантов-то, ё-моё.
ее. Блин, долбанная деревня, а. Химера сзади, химера сзади. Блин, капец, у нее нюх. Беги, 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 псинка, беги, 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 за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Ё-моё. Видели химеру, да? Жесть. Тихо, тихо, тихо. Обнаружен тайник. Тихо. Давай сюда, давай сюда, давай за мной. Собака, ты где? Ты чё? Не покидай меня, давай, давай, это самое, без этих выкабонов твоих, ладно? И какая с характером-то, а? А тайник у нас находится, видимо, на крыше, да, где-то? Капец, вот ты контролер нам, тут и собаки, тут и все что угодно. А, вот, кстати, есть вот такая вот лесенка. Так, давай-ка сейчас вот сюда заберемся и попытаемся найти тут какой-нибудь хабар. Ну, в принципе, да, тайник полезный. Колбаса, мне рекомендовали колбасой кормить этого мутанта. Не этого мутанта, этого мутанта мы кормить ничем не будем. Ты, надеюсь, на нее не нападешь? Беги, 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 все, видимо, они с ней не травы, в принципе, могут они... подружиться как-то. Сколько? А вы серьезно? А как я буду сражаться с этими химерами? Что? Нет, ну не смешите мои подковы. Каким образом я должен тут сражаться с этими мутантами, если... Да ты бред, да ну... Мне кажется, что я слишком рано сюда пришел. Мне кажется, что да, нам пока рановато сюда идти. Так, мутантик мой там, походу, с ними сражается. Их тут две. Прикинь, их тут две. Так, ну я хотя бы давай-ка вот до сюда добегу. В принципе, моему товарищу вполне себе пофиг, как я понимаю, на все это дело. Так, тихо, залазим сюда. Так, находим тайник. Тайник пустой, увы. Стоп, еще и кровососов слышу, жесть. Итак, давай-ка как-нибудь вот отсюда попытаемся пройти. Ну давай, спрыгивай ты, ну. Вот тут, так, запорожец, автомобиль, осмотр для... Не-не-не, никакой не осмотр. А че, где вход-то? Вот вход, отлично, нашел вход в здание. Так, добрый вечер, тут на что-нибудь имеется? Так, что здесь? Я надеюсь, тебя не убьют, а? Я очень надеюсь на то, что тебя не убьют. Так, тихо, закрываемся. Надо было ее, видимо... А закрыть дверь-то никак, прикинь. Хотя убили, что... Нет, ее... она пока жива, кстати, но я не знаю, на самом деле. Это нормально, что она жива или... Тихо, 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 давай-ка с ножа. Ух ты, господи. Она сейчас погибнет же у меня. Тебя убили? Фига она загрызла кровососа. Так, ладно, давай-ка уж не будем оставлять в беде. Будем сражаться вместе. Ну хотя куда я с ПМом полез-то, господи, на химеру с ПМом? Это бред. Ладно, ты пока отвлекай их тогда, я буду заниматься своими делами и попытаюсь найти что-нибудь полезное, что-нибудь интересное здесь. Собственно, что? Ящик с барахлом, чтобы открыть, сдвинуть. Что там было написано? Чтобы открыть, необходим домкрат. Да господи, где же тебя домкрат-то возьмут здесь, ты чё? Так, ну здесь пока пусто, здесь тоже пусто, что надо найти? Найти секретное место. Ну вот же секретное место, так, где... На кодовый замок, да везде код, боже. Опа, стоп. Осмотреть место исследования. Стоп, что за место исследования такое? Ладно, потом прочитаем. Что у меня еще имеется за квест, кстати. Обыскать тайник, это понятно. Что, собака здесь моя рядом? Я мог ее управлять. Ну это бред же, ну... О боже, ладно. О, чё? Похоже, здесь он следовал те самые грибы. Видимо, инструкция, преобразователь какой-то. Ой-ой-ой, так, собака, улыбака, что с тобой сделать-то? Надо, видимо, отсюда валить. А что за метка такая? Видимо, на крышу куда-то она должна вести меня, да? Или куда? Блин, собака. Ну, видимо, вот это место, но пока что мне нужен, видимо, домкрат для того, чтобы это все дело взломать. На крыше ничего тут нету, поэтому, ну да, это, видимо, есть то самое место. Ладно, все, текаем отсюда. Пытаемся, во всяком случае, это сделать. Все, беги. Ты с кем там сражаешься? Собака, выживи, пожалуйста. Да. Кстати, пока кликуху мы не дали никакую, потому что как-то вы не очень активно, так скажем, приняли участие в выборе клички собаки. Но думаю, что это, в принципе, ненадолго. И думаю, что, в принципе, выберем кличку, ничего страшного. Ничего в этом страшного нету. Так, ну все, химера отстали. Ну, нашли мы, значит, место, где грибник, ну, тот челик, который умер у гриба, предположительно, что-то там делал и что-то там исследовал. Но я, как понимаю, необходимо нам домкрат для вот этого вот всего дела. Здесь необходим ключ. В общем, загадок много, и вряд ли я все квесты выполню чисто из-за того, что... Там у нас какой-то одиночка, погоди-ка. В наших руках случайно попали сведения местонахождения. Так, сидеть. Личному составу отдыхать. Сиди, я сам разберусь. А это, походу, у нас те самые мародеры. Ладно, ты пока сиди здесь, я попытаюсь с ними разобраться. Да, попытался в натуре. Ну все, это более-менее безопасное место. Их там крайне много, их там 7 человек, боже. Но думаю, что у меня патрончиков должно, по идее, хватить. И хотя бы одного-то... Вот так, отлично, одного мы завалили. Ну, завалили, конечно, в прямом смысле, а не в переносном. Нет, слишком близко подошел, и я не в курсе будто, что здесь концентрация бандитов выше будет. Ну ладно. Ну как ты живешь так, объясни мне, а я тебе в голову попал. А, ты засранец. Я, по-моему, уже двоих там завалил. Тихо. Последняя армейская аптечка. Скопытился, гад! Понял? На озвучка на самом деле в тему. Скажу вам так. Один, по-моему, где-то вот тут еще валяется, вроде как, нет? Черт, тупой. Свалил одного. Так, 6 патронов, в принципе, я думаю, что мне должно хватить этого. Ты серьезно?
Скопытился, гад! Все, спать. Вори, что значит вори? Не понял, что это значит. Так, ну ладно, в принципе, пока безопасное место, давайте-ка прочитаем записку. Найденные записки. Я на месте, и все необходимое оборудование со мной. Глухомань жуткая, но чем не пожертвуешь ради науки? Зато происки соперников не помешают мне завершить эти исследования. Теперь они переходят в фазу полевых испытаний. С точки зрения любого уважающего себя биохимика, состав X-222 не может проявить весь спектр свойств в лабораторных условиях. С завтрашнего дня приступлю к проведению цепи реакций. Однако придется обезопасить себя, что-нибудь придумаю. Если получится испытать запретенный мной реагент в условиях повышенной радиоактивности непосредственно на живом существе, то это будет большой удачей. Место для проведения опыта я уже присмотрел. Так, ладно, понял себя. Ага, но у меня по-прежнему ноут висит. В смысле, а чё я сделал? Я же все записки вроде прочитал, нет? Короче, либо это какой-то глюк, либо я какую-то заметку профокапил. Но как я мог ее профокапить, я без понятия. Ладно, забьем пока на это. В принципе, у меня радиация пока есть небольшая. Давай-ка антирад примем. Еще один ящик, и он тоже пустой. Зачем ставить ящики? При этом зная, что они будут пустыми. Так, ну костер теперь у нас с костром взаимодействовать нельзя. Тут тоже ничего нельзя найти. В смысле, а что надо сделать? А, ну видимо, как раз таки надо найти какой-то артефакт в этой аномалии, но не знаю, смогу ли я это сделать. Могу. Давай попробуем. Ой-ой-ой. Вот она, вот артефакт. Принести артефакт в убежище. О, господи, нам даже плохо стало. Последнюю армейскую аптечку использую. Последнюю. Так, а что за эффект, не понял? Во, все, пропал, отлично. А вот куда мне дробовики деть? Защита убежища от мародеров. В смысле? Мы должны принести найденный артефакт в наше убежище и положить в специальный контейнер, откуда его заберет незнакомец, взамен оставив награду. Так, это я понимаю. А что за нападение какое-то? Давай-ка мы с тобой вернемся. Не знаю, кто ты пока что. Будешь пока просто собакой. Но, ребят, давайте мы уж как-нибудь активнее будем в комментариях, в конце концов. На как мы назовем собаку? Давайте, я жду ваших ответов. Мод я буду проходить, ну, по-любому до конца, за исключением каких-то либо фатал ерроров. Ну, потому что мод мне очень даже нравится. Поэтому не надо рассчитывать на то, что я мод заброшу. Ну, может, конечно, заброшу, но, опять же, я постараюсь этого не делать. Так вот, как назовем собаку все-таки? Давайте, я жду ваших ответов. И сейчас я постараюсь, во всяком случае, защитить свое убежище от мародеров. А они уже туда пришли? Или они только придут? А, вон они, вижу. Слышь? Скоркозябры! Тихо. Надо подойти к ним поближе. Ой, я-то думал, то, что вы... Не настолько поближе. Тихо. Давай-ка поближе реально подойдите, слышь? Так, собаки, ладно, сиди пока здесь. В случае чего, охраняй меня. Давай. К души. Я его прищучил. Тихо. Хорош. Давай, дави до конца ее. Хорош. Ой. Так, давай, ешь. Хорош. Просто умничка. Просто красавица. Блин, реально круто. Так, дай-ка мне аптечку, пожалуйста, а? А что такое? Подожди, у меня тогда не было времени. Ролевая система запирания. Может быть использована для улучшения... А, это одно и то же, что ли? Нет, это разные какие-то вещи. Так что давай-ка забирать их будем. Так, у тебя что? У тебя тоже какие-то всякие штуки-дрюки, но... Я думаю, что эти штуки-дрюки я буду сейчас, наверное, выкладывать. Ибо мне они особо не нужны будут, наверное. А вот насчет хпшки, это плохо. Но я, в принципе, думаю, что дохилюсь я сейчас едой. Что, скорее всего, либо же, либо что. Молодец, умница просто. Либо подожду, пока она у меня сама восстановится. Так, ну, собственно, давай-ка пока выложим все вот это вот дело. Мне это пока реально будет не очень-то и нужно, честно скажу вам. Все эти ведерка, артефакт. А что, это тот самый контейнер или нет? Или надо в какой-то другой контейнер? Ну, в принципе, разберемся, ничего страшного. Ну и от веса мы потихонечку уже избавляемся. Нам нужен, конечно, дробовик. Так, витош какая-то, какие-то тряпки. О, все, кайф, подожди. А, ну, видимо, вот это, да, контейнер? Вот, видимо, он. Так, принести артефакт в убежище. Ну-ка, специальный контейнер. И нам вот сюда, что ли, положили? Нет, ничего тут не положили нам. И что надо сделать? Работа на незнакомца. А через какое-то время там было написано, получается, да, нам приведут, привезут или приведут там. Короче, да, видимо, через какое-то время нам положат сюда хабар какой-то, либо что, либо вообще... А, видимо, может сюда. Ну, в общем, ладно, я думаю, что мы это должны будем заметить. Так, тебе надо кормить, нет? Лечить корм, ну-ка. Зацепило, да? Ну, ничего, и хуже бывает. Сейчас помогу. А я пока, наверное, посплю до часиков 7, и с утра мы отправимся по другим нашим делам. Незнакомец, я тебе небольшую награду в сейфе оставил. Пожрать там, пострелять. Не вешай нос, вояка, скоро будешь дома. А, ну за это спасибо, конечно. Блин, что-то в 7 утра, как-то погоди, не-не-не. В 7 утра я что-то как-то не хочу вставать, давай-ка в 10 встанем. А то ночью бегать, нафиг оно надо мне, во. Сейчас поспим еще немного, и нормально будет. Вот, другое дело. Кушать хочешь, наверное? Не хочешь, ладно. А вот я хочу. А может и нечем кормить банально? Подожди, вот мне имеется. Блин, надо, мне кажется, все это дело переложим. Давай-ка мы все это дело переложим. Ах, ты не можем. О боже. Тихо. Давай-ка все это дело вот сюда сейчас переложим, потому что туда нам будет незнакомец всякую бельбердень складывать, да, чтобы мы не путались в случае чего. Ну-ка, а ты точно кушать не хочешь? Зацепило, да. А, ну вот и че. Ничего, и хуже бывает. Сейчас помогу. И колбаса у меня пропала, ну понял, колбасу тебе надо кормить. В общем, что мы будем делать дальше? Давай-ка подумаем. Сюда идти пока бессмысленно, потому что там у нас...
Ну, не знаю, я туда не очень хочу идти, честно говоря. Поэтому давай-ка пойдем пока по основному сюжету. Конечно, нам необходимо где-то брать снаряжение, но, честно говоря, смотреть место исследования, найти артефакт и так далее. То есть, в принципе, да, эти квесты можно выполнять, и я этим буду заниматься, но пока что... Так, надеюсь, ты перепрыгнешь, да? Ну, должна. Но пока что я с этим повременю. Тихо ты. Зря я, видимо, здесь пошел. Не-не-не, давай-ка обойдем это место, ну его нахер. О, кто там гуляет, глянь, две химеры гуляют. Ясно, обойдем это место. Нам бы их по-хорошему завалить, но пока этим заниматься я не очень хочу. Ну, давай ты не будешь агриться ни на кого. Ой, ты че, в аномалию что вляпалась? Тарелка, что ли? Разойдись! Ну ты куда? А я не понял, я ее домой отправил, что ли, нечаянно? Ладно, надеюсь, что это так, в принципе. Я даже сохранюсь на всякий случай, если что-то не так пойдет. Но по идее, я там искликнул, нашел на Джей. В принципе, ладно, я думаю, что я и сам схожу до этого задания, и ничего страшного в этом нету. Пусть пока дома будет, побудет, поохраняет, так сказать. Так, что это за место такое? Чувак какой-то умер. Завхоз. Нифига себе, так. Записка мародера, отвечавшего за главный общак. А ничего, полезная штука. Найти убийцу завхоза. Убит выстрелом в затылок. Ну и убили, убили. Это нам пригодится. Добровольное дело. Но опять же, надо ли мне это? А, стоп, давай-ка прочитаем записку. Так, найди на записке, завхоз. Пахан сказал приныкать общак как следует. Ну чё, подрихтовал я ржавый запор и отвез доброе народное в укромное место. Местечко хитрое. Ох, не пройдет. Мент не пролезет. Хреново, что пришлось левого чела с собой брать. Сейф тяжело было, ну да хрен с ним. Позже солью его по-тихому. Но, кстати, это место находится довольно-таки рядом. А сейчас надо разобраться с бандюками. А, дистанция слишком большая, мне бессмысленно отсюда стрелять. Погибаю уже, о боже, какой же ты живучий. Но в принципе, если не стоят и не двигаются, то по ним попасть довольно-таки реально. Так, мужик, давай-ка я поближе к тебе подойду. Ну ладно, все тихо. Ну что, давай выходи, где ты есть. Кот, ножом ты пошел, дурак, совсем. Все. Я его прищучил. Все, добили всех, здорово. Мужик, ты жив-то, надеюсь? Да, вроде жив. Мародер. У них у всех дробовики и всякая бесполезная абсолютно какая-то херня. Не аптечек, ничего нет такого, а? Приветствую. А вот и ты, можешь идти? Тогда следуй за мной. Уроды, блин. Падлы несчастные, что им сделал? И что, мне тебя надо будет провожать сейчас? Эх, это будет крайне долго. Я думаю, что можно это как-то проскипать. Так, еду нашли хотя бы, это здорово. И у меня остается последняя аптечка. Это вообще плохо. Надо, короче, как-то, мне кажется, их крафтить сейчас. Но надеюсь, что я смогу это сделать. Так, это активированный уголь. Ладно, думаю, что да, сможем как-нибудь все это дело скрафтить. Смотри-ка, у нас стресс. Ну-ка, если я водку выпью. Как-то же это убирается, на что-то это влияет. Ну-ка, водку. Допустим, водочку я выпил. Там, не знаю, запил энергетиком, побежал. И что, и стресса не будет, типа? Нет, стресс остается. Ха. У меня депрессия. Как? Какая? Послебандитская нафиг. Молодец, что спас отмычку. Жду тебя в обособленном месте для дальнейших указаний. А, почему-то здесь, кстати. Странно. Не беспокойся, здесь ты в безопасности. Спасибо вам, товарищ военный, что выручили меня из плена. Я вам заплачу. Что с тебя взять с горемыки? Лучше расскажи, как оказался в этой заднице. Меня зовут Николай, и меня обманули. Хотел заработать денег, искал подработку. Связался на двух мужиков, которые пообещали взять меня в поход за металлоломом. А провели в зону. Верно. Я понял это слишком поздно. Потом на привале они набросились на меня, отобрали вещи, документы и карту. Но и отвели к тому оврагу, подожди. Я тебе небольшую награду оставил, пожрать там и так далее, ладно. А, ох ты, Колян. Знаю, но как выберусь, больше сюда не ногой. Я бы и сам не против отсюда свалить. Да не все так просто. Как вы здесь оказались? Я военный инженер. Мы летели на Янтарь, везли материалы ученым. Вертолет упал неподалеку отсюда. Выжил только я. Теперь мне надо помочь одному человеку, чтобы он помог мне отсюда выбраться. А если у вас получится, то меня с собой возьмете. Будешь вести себя хорошо? Тогда, конечно. Типа, ты у нас тут будешь пока гулять, сидеть. Ну ладно. Как дела, салага? Живот болит, но ногу натер. И домой хочется. Не вешай нос, боец. Прорвемся. Ой-ой-ой, я там кого-то, кстати, слышу. Ты что делаешь? А ну, стоять! Ты кто, блин, такой, скажи мне? В натуре спасибо за то, что собаку слил. Где вы с завхозом спрятали общак? Короче, вот здесь на карте. Как пройти аномалию, которая вас защищает? Пошарься по кустам рядом, послушай, что ворона на крысе каркает. Что за бред? Не бред, все пучком. Все, короче, мне раскомариться надо. Смотри, если обманул. Можешь его убить нафиг? Давай сохранимся.
и убьем его. Ну, не знаю, на самом деле, правильно я сделал сейчас или нет, но у него никакой записки, ничего нету, поэтому, скорее всего, убивать его бессмысленно. Ну, ладно. Ну, я так проверил, знаете, чисто интересно. Не, ну, вдруг у него была записка, типа, ой, погодка хорошая стала. Типа, мол, вот, я там этого чувака обманул, он там поверил, ахахаха, вот урод, там тогда, вот дебил и так далее, но вроде нет, вроде не обманул. Так, погоди, а где же? Обчистить? Ни хрена ты куда меня отправил? Ладно, этим я займусь в следующей серии. А пока что с вами был Голдман. Не забывайте ставить лайк, вступай в группу ВКонтакте, кликать на колокольчик. Всем всего наилучшего и до встречи. Еще увидимся. Пока.